Ничего. Спасибо. Наше гродненское пиво. Что, комментарии надо? Ну, вот примерно так. Давай. Люди пьют пиво. Это не есть ресторан, говорится, это есть летний амфитеатр. Но можно посидеть, выпить сока, пива, скажем, съесть бутерброд. Вот так это устроено, тут универмаг. Да, вот я внимание сделали. Поднимают бабки люди, но это не для простого человека, чтобы он купил, скажем, часть этого земли и мог что-то свое. Здесь его задушат. Ну, сейчас. Фисташек, поедим с пивом. Да, фисташек, поедим. И успокоимся. И пойдем дальше бродить, снимать. Потом пойдем дальше снимать.